Голодный зверек у меня завелся на кухне. Всем привет, с вами канал Артмания. Голодный зверек живет у меня на кухне. Весь хлеб искусал. Ты посмотри, что ты сделал с хлебом? А? Свежий хлеб, что ты с ним сделал? А? Тебе попки больше нравятся, да? Ой, ой. Да как вкусно. Да, пока тут мама быстренько-быстренько готовила, натерла вот яблочко Диме, наложила вот кашку, налила. Где он тут? Напиток налила. У нас сегодня новый напиток, я его обязательно отдельно на него сниму рецепт моего изобретения очень вкусного в термосе. Вот, в термосе как-то поудобнее, из холодильника достаешь, надо разогреть, а тут налил и копошись себе дальше. Да, как вкусно-то, господи, голодный зверек. Ты прожуй, прожуй. Да, прожуй. Дима помылся, да? У тебя волосики стали кудрявые такие, уже высохли, тоненькие. Что, кашу? Ты там кашу ждешь, да? Да мне кажется, уже кашу совсем не ждешь. Ой, вкуснятина-то какая, а? Это у нас хлеб чиабатта. Да? Хотя это напоминает больше на самый-самый обыкновенный белый хлеб. Вот. Но за место молока, как написано в рецепте, я добавляю воду. Потому что молока у меня вечно нету. Все, будем кушать с тобой сейчас. Здесь у нас кашка стоит. Испачкалась опять. Как всегда. Что, холодное что ли? Нет, горячее, нормально все. Вот так мы кладем сюда. Каша у нас геркулесовая полностью. Обычно я в последнее время кашу дружбы делаю. Ну, там одна каша добавляю с другой кашей. Там была вот геркулес и гречка у нас несколько раз подряд. Сегодня я решила сделать уже просто геркулесовую. Вот. У нас есть еще, кстати, каша. Вернее, еще не каша. Полба. Но знаю, ее нужно варить очень-очень долго. Не знаю, вот я все собираюсь. Она у меня еще лежит уже с весны, наверное. С весны лежит, я все собираюсь, думаю, надо сварить. Вот думаю, Диму положу спать. У меня будет как раз несколько часов. Думаю, я ее несколько часов буду варить. И все, укладываешь спать. И думаю, блин, надо ваши комментарии почитать. Там подписываются ко мне, надо тоже подписаться. Сейчас я быстренько подпишусь на всех. Посмотрю у всех ролики там туда-сюда. Думаю, и все, и пойду. И пойду варить. И нет же, все. И это прям затягивается на несколько часов. Пока у одного посмотришь, подумаешь. Чтобы написать такое необыкновенное, пока второго, третьего, потом смотришь, батюшки, а у меня тут под каждым роликом там по несколько десятков комментариев, надо же всем ответить, надо сердечки всем поставить. Вот. Большое спасибо, что вы меня смотрите, но это я отдельный ролик сниму, это будет отдельно все. Вот. Вот, сейчас мы кашку сделаем, ладно, потом я еще включу камеру. Кто-то переезжает. Позавчера выносили старые вещи. Сегодня их заносят. Вообще просто кошмар. Сейчас, пока я бегала за камерой, вышла из машины девушка, начала кричать, мол, типа, проехать не даете. И у меня сразу пришло в голову это слово. Растопырились. И действительно, вот, то есть вот идет вот этот ряд машин. Это машины стоят. Просто стоят, как стоянка. Стоят. А вот эти пытаются проехать, и тут нет места. То есть одна машина, другая машина, нету. И получается, что, представляете, вот эта машина куда-то торопится, или следующая, да, там еще вот следующая, и они просто не могут никуда выехать. И тут машина стоит, то есть они вот это разгружают, там вот холодильник, что там, стиральная машинка, еще что-то. Причем, кстати, они разгружают уже довольно давно.
Где-то часа, наверное, с 10 как минимум. Время сейчас 4. То есть часа 4, 5 даже. Часов 5 они уже разгружают. Представляете, 5 часов. Офигеть, тут холодильник потащили. То есть они не могут тоже уехать. А тут пробка. Ну, пока, правда, всего лишь 4 машины стоят. Кстати, у нас такие пробки каждое утро в каком-то влоге. Я летом снимала. Там 8 утра начинается. Там вот сегодня еще праздник, да, 1 сентября. Ролик выйдет попозже. Ну, вот детей везут в школу, вот начинается. Вот тут дорога проходит отсюда. Вот, то есть едут и вот так едут. Туда едут, пытаются отвезти, оттуда выедут. И, короче, вот тут получается посередине дороги. На дорогу как буковка Т, просто такая стычка, то есть ни туда, ни сюда не могут проехать. Ну вот он вроде уезжает наконец-то, сейчас они хоть поедут, уже и с этой стороны подъезжать начинает. То есть, ну вот с той стороны прям затор такой. Вот завтра как раз у нас понедельник, все пойдут первый класс в школу, тут с утра здесь будет просто кошмар. Слава богу, нам с утра никуда не надо идти, хоть мы по утрам никуда не ходим, а то вот так с коляской вообще не выйти. И тротуаров, самое главное, даже нету. Вот самая вот беда в чем. Да. Надо было по-хорошему, конечно, с балкона, хотя нет, балкон был, не видно. А вот так, конечно, если попадешь, да, вот, то есть они часа 4... Нет, часов 5, наверное, они 100%, часов 5 как минимум они разгружают, это точно. Представляете, вот так попасть в пробку на 5 часов, но он же не будет отъезжать, да, вот каждый раз, по сути. Пробка собралась, да, он хоп, так отъедет, все проедут, такого же не будет, правильно. Вот так вот застрянешь, блин, и все. А вот тот, кто едет, он не знает, что он тут стоит, он не знает этого, вот он отъехал. А, наверняка, мне кажется, он сейчас просто пропустит всех. А этому вот надо, видимо, повернуть туда. А поворачивать-то некуда, мол, быстрее давай, проезжай. Сейчас, мне кажется, просто встанет обратно на место, и все, и будет разгружаться дальше. Представляете, какая сумма получается? 5 часов разгружают, и там наверняка 1005 получается. Офигеть. Кто-то приехал, наверное, у нас кто-то новенький. Ой, да ты как его ешь-то необычно, этот хлеб. Ну, нет бы взять его нормально, как все кусают. А ты что-то я не пойму. С какой стороны ты его грызешь? Дима съел тарелку каш. Малину. Ну, немножко там было, правда. Пополам мы поделили, он меня покормил. Так смешно получилось, жалко не засняла. Да? Малину. Небольшой бутерброд с маслом. С маслом и этим, паштетом печеночным. Да? Что еще? А, сок. Сок выпил 200 миллилитров. Коробочку маленькую. Типа такой. Ну, не типа, а вот такую выпил. Хотя, кстати, здесь я сейчас вспоминаю, где-то написано... Все, она закончилась, Дим. Где-то написано для детей 3 лет, что ли. Не знаю, ладно, потом поищу. И он тут утащил хлеб. Так медленно потащил... Предложил мне, я говорю, нет, спасибо, я не хочу хлеб. Тогда он положил себе его в ротик. Ты не наелся? Сына в большого мужчину превращается, да? Не наелся, зайка? Ой, да у тебя там битком же уже. У тебя же битком там. Ой, прожуй, подожди. Подожди, прожуй, мартышка. Прожуй, жуй, давай. Компотик свой попей. Давай, трубочку держи. Съешь трубочку, я надеюсь. Вот, прожевывай все как положено, мартышка. Да, Дим, ну ты проглот. Ну ты проглот. Ну надо же. Дима, проглот. Дима, проглот. Проглот, бегемот. И хлеб еще утащил. С утра он у меня корку хлеба стащил, пока я там ему кашу накладывала.
Вечером он хлеб стащил. Да? Самая основная еда мужчины – это хлеб и каша? Да? Да? Ох ты, Господи. Ой, ты. На тебя только любоваться. Тебя только в рекламу пускать. Как ты хлеб терзаешь. Тебе надо целую буханку хлеба дать. Попробуй. Что ты с ней сделаешь, интересно. Что-то там перемешиваешь.